Привет на канал Люцинька, меня зовут Богдан, и сегодня в этом видео я вам расскажу, как убить бабушку Гренни. Но не просто, чтобы у нее там звездочки летали над головой, а как по-настоящему произошло убийство бабушки. Но обо всем по порядку. Поехали! Итак, в этой игре я играл за бабушку. Я вот с такой косой смерти в тигровом платье и с маской демона бежал к внучатам, чтобы научить, чтобы приготовить им варить кашу и делать вкуснейшие пирожки из тыквы, а точнее из тыквенного варенья. Но внучат здесь на улице не было, а значит, они все попрятались дома. Сейчас я зайду в дом. А вот и первый мотылек. Эй, мотылек, ты куда побежал? Куда ты полетел? Подожди бабушку. А вот еще один. Так, давай догоняем. Так, замечательно, догнали мы. Оставили капканчик, потому что в эту трубу они все, внучата, любят прыгать, а я туда не пролажу. Поэтому там обязательно надо поставить капканчик. А вот мотылек с какими-то деревянными крылышками бежит. Так, кажется, смотрите, кажется, она убегает. Кажется, наконец-то достойный противник попался бабушке. А то обычно бабушка со своей высокой скоростью всех быстренько догоняла. А тут, смотрите, от бабушки мотылек начинает упархивать. Точнее, он все быстрее и быстрее машет крылышками, набирает скорость, и бабушка не может его догнать. Точнее, ее не может догнать. Это же девочка, смотрите, как она быстро бежит. Так, ну это очень хорошо, значит, игра будет интересная. Ну хорошо, мы сейчас все равно тебя догоним, мотылек. Давай, улетай, мотылек. Сейчас бабушка все равно тебя догонит. Интересно, мотылек, ты опять в трубу побежишь? Да, точно, ты побежал в трубу, там, где я капкан поставила. Бабушка поставила там капкан. Ура, все, мотылек попался. Так, ну что, пойдемте других внучат искать. Где? А, вот, блондинка. Все, попалась, тоже попалась. Кто-то спрыгнул вниз. Так, где он? Вот он, рыженький. Сейчас. О, смотрите, вон тыковка. Как раз надо собрать тыковку, чтобы приготовить варенье, чтобы наварить тыквенную кашу. Так, ну что, рыжий, будешь мне помогать делать кашку? Нет, спрятался куда-то. Ну, сейчас я тебя все равно найду. Где-то. А, вон ты за дверью спрятался. Ну, подожди, сейчас я доберусь до тебя. Где ты? А, все, попался, я тебе наперерез, все. Отдыхай, рыжий. Что я вижу? На моей любимой машине кто-то топчется своими грязными ногами. Смотрите, мою краску, лакокрасочное покрытие повредило. А ну, давай слазь отсюда. Давай, я сейчас тебя столкну с моей машины. Ах ты, маленький засранец, повредил мне машину, потоптался по ней. Давай, я тебя сейчас столкну с моей машины. Вот, отлично, ну как тебе? Теперь я буду топтаться своими грязными ногами на твоем шлеме. Как тебе, нравится такое? Я думаю, тебе такое не нравится. И ты в следующий раз не будешь топтаться на моей машине. Так, а вон еще девочка бежит. Доктор какой-то. Смотрите, девочку зовут доктор. О, тыковка, отлично. Так, ну сейчас доктора я догоню. Я догоню доктора. Доктор, подожди. Будем вместе сейчас пирожки делать. Доктор, ты куда? Давай вместе все сделаем. Давай, побежали домой. Давай. Ну что, бежим вместе сейчас. Сейчас на кухню зайдем, сделаем пирожки, сделаем сейчас кашку. Давай в дом. Ты куда? Ты не хочешь делать пирожки? Ах ты такая, ах ты не хочешь бабушке помочь? Ну сейчас бабушка тебя догонит. Сейчас, подожди. Бабушка быстрее бегает, чем ты. Бабушка занималась спортом, она сейчас каждый день тренируется. Она стала быстрая и сможет быстренько тебя догнать.
Давай, давай, сейчас мы тебя догоним. Куда-куда? Вот, давай, давай, сейчас бабушка тебе прическу почешет, тебе причешет, а тут ты какая-то непричесанная девочка. Ну что, бежим все-таки? Давай, да, там я вижу тыковку надо собрать. Давай возьмем тыковку, мы же сейчас будем кашку делать. Так, ты где, ты где? А, ты опять не хочешь? Ну все, разозлила ты бабушку. Не хочешь помогать бабушке, сейчас бабушка тебя догонит. Сейчас, сейчас. Еще пару шагов осталось, еще. Давай, давай, ты все равно не убежишь. Да, ничего тебе не поможет. Даже оружие, смотрите, взяла кусок оружия. Наверное, сейчас бежит и будет делать оружие, чтобы убить бабушку. Не, девочка, доктор, сейчас бабушка тебя догонит. Медленно, но уверенно бабушка приближается. Да-да, так, купаться не хочешь в бассейне? Нет, не хочешь? И я пока не хочу. Так, вот еще, сейчас, сейчас, еще одна тыковка. А куда ты арбалет хотела взять? Не-не, не получится. Вот тыковку мы собрали, замечательно. Так, давайте посмотрим, кто нам еще будет помогать. Где наши внучата? Кажется, я смотрю на экране, только один внучок остался. Да, точно, вон он, смотрите, рыцарь. Рыцарь бежит. Эмир зовут рыцаря. Ну что, рыцарь, может, ты мне будешь помогать сегодня пирожки делать? А то никто не хочет ничем помочь бабушке. Все такие занятые, все куда-то хотят бежать, что-то хотят удрать с моего лагеря. Может, ты хороший? А ну давай, давай, будешь помогать? Остановись, хватит бежать. О, молодец, остановился. Ну что, будешь помогать бабушке? Пошли помогать. Пошли на кухню. Да, вот сейчас направо идем. Пошли. Нет, ты не хочешь идти? Почему ты не хочешь идти? Не хочешь, не любишь готовить пирожки, да? Ну, может быть, все-таки пойдем? Смотри, я тебя пока не убиваю. Ты, наверное, хороший, ты такой красивый. Давай, Эмир, пойдем все-таки в дом. Ну, так, ты куда смотришь? Я же впереди. Так, кажется, ты не хочешь никуда идти с бабушкой. Кажется, ты хочешь убежать от бабули. Ну, я так с тобой не играю. Так, а ну давай, Эмир, иди сюда. А ну давай, рассердил ты бабушку. Иди сюда. Вот как капканчик для тебя поставила. А ну давай, Эмир, залазь в капканчик. Да-да, я тебе говорю, Эмир. Давай, вот видишь капканчик? Да-да, видишь, да? Вперед капканчик. Молодец, все. Ну что, Эмир, не хотел ты бабушке помогать. Сейчас мы тебя положим и попробуем через тебя перелезть прямо через забор вот деревянный, да? Давайте попробуем перелезть через него. Залазим на Эмира. Давайте еще мгновение. Еще чуть-чуть. Что это? Вы видели, что это? Что это произошло? Давайте я замедлю съемку в 10 раз, и мы медленно посмотрим. Бабушка умерла. Смотрите, Эмир убил бабушку Грейни. Смотрите, я вот подхожу к Эмиру и пытаюсь перелезть через него. Смотрите, я на него сейчас хочу залезть, чтобы перелезть через забор. Вот все медленно происходит. Вот, давай еще чуть-чуть. Сейчас у меня получится. Сейчас я перепрыгну через забор. Еще мгновение. И вот, смотрите, что это? Что это? Бабушка, головокружение. Что это? Что это произошло с бабушкой? Она кружится. И что? Неужели ее убил? Убил игрок. Смотрите. Точно, кровь. Смотрите, везде кровь. Вот так можно убить бабушку Грейни в этой игре. И напоследок, как обычно, анекдот про бабушку. Приходит бабушка к доктору, и доктор ее осмотрел и говорит: «Бабуля, вам надо сдать анализы. Вон на второй полочке стоит баночка, я сейчас выйду на 5 минут, а вы быстренько все сделаете. Вы поняли, бабушка?» «Да, конечно, я поняла, внучок».
Приходит доктор через 5 минут, смотрит, стены все мокрые, потолок мокрый, мебель вся мокрая. Бабушка, что это такое? Что случилось? Слышь, внучок, я тебе что, снайпер? С первого раза попасть? Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Люцейка. С вами был Богдан. Всем пока-пока!